Всем привет! С вами Ирина Маркелова Агапова. Решила записать новое видео по обзору сайта проекта Whole World, что в переводе означает «всем миром». Итак, после того, когда вы перешли по ссылочке, которая у меня под видео, на сайт проекта «Всем миром», вы попадаете на главную сайта. Для начала вам нужно выбрать язык русский или английский. В данном случае у меня русский язык, я выбрала русский язык. Итак, знакомимся с главной сайта. Здесь мы видим рекламу. Люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Если вы нажмете на кнопочку «Узнать почему», давайте нажмем и проверим. Мы попадаем на видеопрезентацию, как это работает, которая представлена нам на нескольких языках. Русский, английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский и грузинский. Можете посмотреть на своем языке. Также можете перейти на канал YouTube. Ознакомились с маркетингом. Это представлен маркетинг эстафеты. Здесь сейчас, после некоторых обновлений, которых мы долго ждали, присутствуют два маркетинга. Линейный в благотворительной эстафете и бинарный маркетинг в благотворительном марафоне. Здесь вы можете увидеть три презентации. В этом видео партнерский фандрайзинг «Бизнес 21 века». Представлен маркетинг, линейный маркетинг, где на примере приглашение 3 человек, что получится. В этой презентации $10 000 в месяц, это легко. Смотрите, как это работает. Здесь представлен линейный маркетинг на примере, если пригласить 5 человек. И «Дарите добро, оно возвращается». Почему добро возвращается, здесь вы можете посмотреть в этом ролике. Также вы можете присоединиться. И на главную сайта вынесли благотворительный марафон. Ваша личная доходность может составить более $5 000 на одно место. Когда я буду заходить в личный кабинет, я вам об этом более подробно расскажу. Почему вы можете получать более $5 000 на одно место. Действительно, это реально. Проект работает уже с 2011 года и с нами уже более 1 000 000 фандрайзеров. Давайте почитаем, что такое фандрайзинг. Фандрайзинг – это работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность. То есть мы называемся фандрайзеры, участники проекта «Всем миром». Здесь вы можете увидеть карту. Это лиф-монитор, куда направляются денежные средства и кому. Все это представлено в режиме реального времени. Здесь показано, что это регистрация нового участника, участник, оказавший финансовую помощь, и участник, получивший финансовую помощь на свой счет. На лиф-мониторе мы можем увидеть, что число зарегистрированных участников достигло уже более 1 000 000 человек, и по флагам мы можем определить, из какой страны человек. Получено фандрайзерами более $6 000 000, и тоже все это в режиме реального времени и из какой страны человек. И сколько передано в фонд помощи детям. Общая сумма средств, переданных участниками на благотворительность за все время сотрудничества с января 2013 года составляет $977 000. И общие поступления здесь мы можем видеть. В линейном маркетинге вы видите, что по $50 направляется в фонд помощи больным детям. Кстати, сейчас майское безумие. Очень хорошая акция, которая бывает очень редко, пару раз за год. Компания дарит вам $20 на подключение бизнес-автомата всем участникам при активации аккаунта до 15 мая. Торопитесь, вы можете зарегистрироваться и получить бонус. Дальше. Вам нужно сделать 3 простых шага к большому успеху. Первое. Вы принимаете благотворительную эстафету и совершаете небольшое пожертвование. При этом одна часть направляется в фонд помощи детям всем миром, а другая вышестоящим партнерам по структуре. То есть
вы на этом еще и зарабатываете, помогая детям, помогая людям из вашего сертификата, вы еще на этом зарабатываете. Эта идея просто уникальная. Далее вы передаете эстафету другим людям, и они делают то же самое. Таким образом формируется ваша партнерская структура, глубина которой может достигать 7 поколений. И количество людей, которых вы можете лично пригласить к участию в проекте, не ограничено. И вы начинаете получать денежные переводы от людей со всего мира. В нашем проекте сейчас 165 стран мира. Не зря он называется так «Whole World». Всем миром. Каждый раз, когда кто-либо из ваших партнеров по команде совершает благотворительное пожертвование, вы тоже получаете финансовую помощь. И чем активнее растет ваша партнерская структура, тем чаще вы получаете денежные переводы, а вместе с тем все больше денежных средств направляется на благотворительность. А деньги вы можете получать любым удобным способом, будь то карточка, Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги, Advance кошелек, WebMoney, Visa, Kiwi Wallet, OkPay. У меня привязан кошелек Advance Cash. Мне очень удобно. Деньги поступают сразу на кошелек, не нужно заказывать вывод. А с Advance Cash в долларах я через обменники вывожу на свою карточку Сбербанка, либо Тинькофф, либо на Яндекс кошелек, либо на Kiwi кошелек. У меня также приобретены в этих кошельках карты, которыми я расплачиваюсь в магазинах. Это очень-очень удобно. На сайте есть служба поддержки онлайн. Вы можете написать любой вопрос, нажав вот на эту кнопочку. Представиться, ввести сообщение, отправить, и вам тут же служба поддержки даст ответ на интересующий вас вопрос. На главной сайте вынесено топ лидеров, самых активных участников. Вот в данном случае в апреле я заняла второе место, пригласила 5 благотворителей, которые зашли под меня на $100, и на благотворительность направилось $250 в этом месяце. Скоро техники доделают, и здесь в топе 10 лидеров будет уже представлен не только в эстафете, но и также люди, которые покупают места в марафоне. О марафоне я чуть позже расскажу. Наш благотворительный фонд. Кому мы уже помогли? Человеку оказана помощь 850 тысяч рублей. Вот здесь, если при наведении мышкой, вы можете почитать историю человека, чем он был болен, сколько денег собрано. Также мамочки пишут видео с благодарностью фандрайзерам и с благодарными письмами детям, куплены, к примеру, ортезы, и выражают огромную благодарность нам, фандрайзерам, и также детскому фонду всем миром. На главной сайте далее представлены отзывы участников. Вы можете листать, это текстовые отзывы из разных стран мира. Конечно же, здесь есть мой отзыв и также отзывы моей команды. Листая дальше, мы увидим видеоотзывы. Конечно же, мой отзыв здесь тоже есть. Если человек оказывает финансовую помощь $100 в эстафете, он получает фирменный лендинг-пейдж в подарок каждому участнику. Вот мы можем посмотреть этот лендинг. Это очень крутой инструмент. Начните продвигать его в социальных сетях, и к вам просто повалят люди толпами. Быстренько пробегусь. Также здесь представлены истории успеха. Человек может посмотреть, как это работает, что за программа, сколько можно заработать, что нужно делать, посмотреть видео, зарегистрироваться под вас. Три простых шага к финансовому благополучию. И здесь вы можете рассчитать, сколько вы можете заработать. Например, пригласили троих человек в год, и ваши партнеры пригласили, к примеру, по 4 человека в год. Ваш личный доход за год составил $204 000. Представляете? И на благотворительность собрано $819 000. А одного, например, вы пригласили за год, а кто-то из ваших последователей пригласил по 3 человека. $12 000 у вас уже в кармане. Дети, которыми мы помогли, и видео о фонде. Вот. Какие гарантии успеха? Надежная официальная компания, которая работает с 2011 года и зарегистрирована в России, в Санкт-Петербурге. Вы можете здесь посмотреть документы, реквизиты компании, ИНН, КПП, ОГРН и адрес. Автоматическое привлечение клиентов –
На сайте работает услуга бизнес-автомата, о которой я говорила. Вы можете получать новых партнеров, не приглашая их лично. Новые регистрации будут записываться на вас автоматически. И собственный сайт такой же стильный, как тот, на котором вы находитесь. Вам не нужно будет уговаривать людей вступить в систему. Они сами захотят стать партнерами. И это правда. Я в компании нахожусь с 2013 года. Ваши деньги защищены. Они переводятся сразу на ваш личный кошелек, а не на счет компании. Опытные наставники и бесплатное обучение вы получаете от 7 опытных наставников, обучающие материалы и рекламные материалы, и приглашения на вебинары. Клиенты, друзья по всему миру и достижения, которыми мы гордимся. У нас уже более 1 000 000 человек, получено участниками более 6 миллионов долларов и передано в фонд миром 977 тысяч долларов. И несколько видеоотзывов и наши партнеры. Вернемся на главную сайта. 50 причин, почему люди участвуют в проекте «Всем миром». Я не буду сейчас показывать все 50 причин. Вы можете сами посмотреть лично, если будете на главной сайте. Расскажу об акции. Если человек вступает в наш проект, нажмем «Акции». И за первый месяц, если вы приглашаете не менее 5 благотворителей, компания удваивает полученную вами финансовую помощь. К примеру, вы пригласили 5 человек, заработали по 10 долларов за 5, вы заработали 50 долларов, компания вам дает на депозит еще 50 долларов, и вы, которые можете вывести уже на свой удобный кошелек. Для того, чтобы принять участие в акции «Двойной доход», вы регистрируетесь по ссылочке, которая у меня под видео, оказываете финансовую помощь, получаете статус «Благотворитель», здесь он у нас называется «Бизнес», и приглашаете не менее 5 новых участников, используя свою персональную ссылку для приглашения, либо лендинг, который вам дается в подарок на 1 месяц. Кстати, с 11 ноября 2016 года ввелись новые правила. Акция «Быстрый старт. Двойной доход» теперь активна не только для новичков, но и при каждом последующем оказании финансовой помощи. То есть вы продлеваете активность статуса «Бизнес» и также можете участвовать в акции один раз в год. Зайдем теперь в личный кабинет, нажимаем личный кабинет, и здесь мы видим иконочки, благотворительный марафон, дальше благотворительный фонд «Всем миром», группа ВКонтакте, наша группа официальная в Фейсбуке, наш Твиттер, наш канал в Телеграм и наш канал Ютуб. О благотворительном марафоне сейчас я вам расскажу более подробно. У меня активно 3 места. Прошло с момента запуска марафона порядка 5 месяцев. Я получила 4029 долларов. Сейчас я нажму «Управление местами» и расскажу вам о марафоне. Здесь вы можете смотреть промо-ролик. Сейчас я показывать вам его не буду. И расскажу сейчас немножко презентацию. Покажу вам свои места. Мои забронированные места. У меня куплено 3 места. Сразу вам скажу, если вы пришли сюда подзаработать, можете покупать одно место за 35 долларов. Одно место стоит 35 долларов. Я вам советую покупать как минимум 3 места. Я жалею, что я не купила 7 мест. Денег было бы гораздо больше. У меня куплено 3 места, звездочкой отмечено главное место и 2 дополнительных. То есть это бинарный маркетинг. Получено на главное место 2777 долларов. Я уже места продлила. Дата активации у меня 28 ноября 2018 года. И активны мои места до 28 августа 2019 года. Места в марафоне продлеваются каждые 3 месяца. Получено на дополнительное место 680 долларов и на второе дополнительное место 572 доллара. Сейчас я вам покажу свою структуру. Зелененькие – это места, которые активны участниками. Вот мое основное место, вот бинар, 2 дополнительных. Вот эти вот места, они уже заполнены, и я от каждого получаю либо 1 доллар, либо 2, либо 3. Все согласно маркетингу. 10-уровневая здесь партнерская программа. То есть я получаю по бинару на 10 уровней в глубину. Вот первый уровень. 2 места на 100% заполнена структура. Второй уровень. 4 места. Третий уровень. 8 и так далее. Вот здесь вот курсором можно передвигаться вверх, вниз, влево, вправо. Вот если мы вниз сдвинем,
то здесь у меня также заполнены места. Видите, позиция 14, 14 уровень, 9 место, 14 уровень, 10 место. Места заполняются сверху вниз, слева направо. Вот, 15 уровень. Пойдем еще вниз. Вот эти серенькие, это места удалены. То есть человек не оплатил, не продлил свои места в марафоне. И он теперь упускает прибыль. И эти места заполняются у нас новичками. То есть вы можете попасть, к примеру, сразу на 16 уровень. И, возможно, у вас уже будет какая-то структура. Займете места тех, кто не продлил. Это я называю таких людей счастливчиками. Также можете двигаться, курсор двигать влево, вправо. Вот эти вот места заполненные зелененькие, а серенькие не заполнены. Давайте посмотрим презентацию марафона. Быстренько пробегу. Что такое марафон? Помогаешь ты, помогают и тебе. Благотворительный марафон – это специальный проект компании Whole World, призванный объединить миллионы людей по всему миру в стремлении помогать нуждающимся и сделать процесс благотворительности намного увлекательнее, чем прежде. Может участвовать абсолютно любой человек, пройдя регистрацию на сайте, естественно, под меня. Автоматическое заполнение структуры. Нас уже более миллиона из 165 стран мира. Находятся уже в общей бинарной структуре марафона и имеют право в любой момент активировать свои места, оказав финансовую помощь на сумму $35. Смотрите, куда распределяются эти $35. Бинар бесконечный. 10 направляются в благотворительный фонд всем миром, а 19 идут в структуру. $3 получает сервисный сбор компании, 3 идет информационному спонсору, который имеет статус бизнес. То есть я вам рассказывала, если человек участвует в благотворительной эстафете, то есть оказал финансовую помощь $100, он получает еще и спонсорские $3 с каждого купленного места. И для поддержания активности места необходимо производить оказание финансовой помощи ежеквартально, то есть один раз в 3 месяца. Участвуя в марафоне, вы также в свою очередь получаете денежные переводы от участников, чьи места располагаются под вашим местом в общей структуре с 10 уровней. Таким образом, общая сумма финансовой помощи может составлять более $5000 каждые 3 месяца на одно ваше место. А если вы купите 3 места, это будет около $17000. Если вы купите 7 мест, это будет около $40000 и так далее. То есть каждый участник имеет право оказать финансовую помощь столько раз, сколько захочет, и активировать неограниченное число мест. Ну и, соответственно, вы можете получать много-много-много, неограниченный доход. Также вы можете получать переливы от вышестоящей структуры. Я уже записывала такие видео, вы можете посмотреть на моем канале, куда идут переливы, и показывала места, показывала кабинеты своих участников. Денежные переводы также вы можете выводить на свои карты и на любые удобные кошельки. Идем дальше. Раздел транзакции. В разделе транзакции показываются ваши зарегистрированные участники не только лично, но вплоть до 7 уровня. Вот здесь мы видим, кто оказал финансовую помощь. Также мы можем открыть и посмотреть. Вот здесь есть ссылочки на соцсети, кто оставляет. Email можно связаться, либо Skype. Также вы можете человеку отписаться, что «Здравствуйте, я ваш наставник», либо «Вы в моей структуре». Вот видите, он не личный мой, а под Оксаной Лыгус. И также можно открыть Оксану Лыгус и увидеть ее данные. То есть с ней можно связаться, она у меня уже в моем чате в Скайпе. И также можно связаться с этим Андреем, тоже добавить его к нам в чат, дать свои рекламные материалы и так далее, и так далее. Это раздел транзакций. Здесь показаны не только зарегистрированные участники. Например, человек привязал кошелек, это тоже транзакция, он будет у вас вылезать на первое место. Идем дальше. Раздел «Структура». Здесь показано, сколько человек у вас оказали финансовую помощь по $100, сколько у вас волонтеров. Волонтерами мы называем людей, которые просто активировали кабинет за $5, но не оказали финансовую помощь $100. И «Фри» – это которые просто зарегистрированные участники. Здесь показано, привязан кошелек, email, телефон, ссылочка на социальные сети, также можно с ними связываться. Личная статистика. Здесь мы можем отслеживать свои
регистрации, сколько переходов было по ссылочке, сколько было финансовых помощи оказано. Вот сегодня у нас 10 мая, посещений 50. День у нас только начался, у меня уже две регистрации. Если мы будем двигать курсор, то мы увидим, вот сколько по бизнес-автомату зарегистрировалось. Я не покупаю бизнес-автомат, я выхожу в топ, и у меня регистрации идут в автоматическом режиме. Я вот заняла второе место в апреле, и у меня в подарок два места бизнес-автомата. И также эти места в бизнес-автомате приводят мне людей. На втором графике мы можем сравнить эффективность рекламных кампаний. У меня несколько ссылок. Смотрите, вот по Ира Бизнес 59 переходов, по другой ссылочке 8 переходов, ирина.маркелова.ру 6 переходов, спасение 9112 перехода, и вот так вот. Например, ссылку спасения я ставлю ВКонтакте, следующую ссылочку я ставлю в Фейсбуке, Ира Бизнес я ставлю, к примеру, в Ютубе, и знаю, откуда у меня идут люди. В рекламных материалах мы можем увидеть свой сертификат участника. Давайте зайдем посмотрим. Здесь вот просмотр сертификата. Также вы можете его скачать, нажав вот на этот значок. Ваша ссылочка для приглашения, это реферальная ссылочка, и ваши уникальные ссылки. Если вы окажете финансовую помощь $100, вы можете создать свою уникальную ссылку бесплатно. Это подарок от компании. Один раз в год. А потом их можете продлевать через год за $5. Здесь можете скачать видеопрезентации и публиковать на своем канале YouTube, либо в группах, либо в социальных сетях. Здесь есть презентация услуги «Бизнес-автомат», как он работает, все подробненько показано. Отчет о деятельности благотворительного фонда «Всем миром». И очень-очень много рекламных баннеров для вашей работы. Смотрите, сколько баннеров на различных языках, потому что с нами много людей из разных стран мира. И вы можете скачать баннеры для социальных сетей, скачать сразу все баннеры. Немножко расскажу о совместной рекламе. Компания приглашает вас принять участие в совместном инвестировании в рекламные кампании Hallworth и получить от этого дополнительный приток новых клиентов в свою структуру. Для регистрации новых участников, приходящих на сайт Hallworth, в результате проведения рекламных кампаний распределяются в порядке общей очереди между соинвесторами. Здесь вы можете почитать, как это работает. То есть планируются крупные рекламные кампании, собирается рекламный бюджет, есть баннеры за $10, есть баннеры за $20 и так далее. Вот, видеореклама на портале SurfEarner, VIP-размещение рекламы, объем 1 000 000 показов. Вот, она сейчас запущена. Собрали деньги, и ваша видеореклама показывается. В порядке общей очереди распределяются места между людьми. В разделе «Услуги» вы можете видеть свои уникальные ссылочки, лендинг-пейдж, о котором я вам рассказывала, бизнес-автомат. Если вы покупаете бизнес-автомат, здесь вот представлена на 9 языках презентация бизнес-автомата и ваши активные места, сколько получено партнеров и активность места. У меня получено 5 партнеров на одно место, 5 партнеров на другое место. Если вы хотите подключить еще больше мест, вы нажимаете «Подключить больше мест», вас перекидывает на оплату, и вы оплачиваете. Как это работает, тоже можете почитать. Как работает бизнес-автомат и акции, и сколько это стоит. Чем больше мест вы покупаете, тем вам дешевле. И, кстати, подключаете одно место бизнес-автомат, получаете 10 пин-кодов по $5. И эти пин-коды вы можете продавать своим рефералам, например, дешевле. Активация аккаунта стоит $5, а вы можете продать им не за $5, а, к примеру, за 200 рублей. Я продаю за 200 рублей. И человек экономит, и вы какую-то часть денег возвращаете. Выгодно двум сторонам. В разделе «Новости» вы можете читать новости компании. Поздравили с Днем Победы, какие акции проводят, какие вебинары проводятся, награждения фандрайзеров из топа 10. Каждый месяц проводится у нас конкурс репостов. Я несколько раз выигрывала по $15 за репост, что очень-очень приятно. Публикуются здесь видеоотзывы благодарности от мамочек. Вот средства для Ульяны собраны в полном объеме. Благодарность фандрайзерам и отдельная благодарность от мамы. Здесь она рассказывает, что приобреталось за эти деньги.
Благотворительному фонду «Всем миром» исполнилось 7 лет. На сайте представлена целая библиотека, это база знаний. Обязательно ее изучите, с чего начать, какие виды вознаграждений, правила участия, личный кабинет, услуги, акции, конкурсы. Здесь есть ответы на любой вопрос. Что такое благотворительный марафон? Решение проблем, вопрос-ответ. Как продлить активность? Соглашение об участии можете почитать. Что такое уникальные ссылки? Что такое пин-коды? Что такое совместная реклама? Методики построения структуры? Видеозаписи важных конференций? Как передать благотворительную эстафету? Как создать реферальную ссылку? Рекламные материалы? Тут все-все есть. Обязательно подпишитесь на официальную группу, вот, которая у вас представлена с левой стороны. И каждый раз пишите комментарии, когда публикуется какой-то пост. Ставьте лайки, делайте репосты. И обязательно подпишитесь на новостной канал в Telegram. И будете в курсе новостей. На смартфоне вам будут приходить пуш-оповещения. В разделе «Центр управления» показан ваш личный доход и сколько денег ушло на благотворительность. И сейчас я вам расскажу о доступных вознаграждениях. Бонус «Activation». За активацию аккаунта личными партнерами. Каждый раз, когда под вас регистрируется человек и активирует свой кабинет, вы получаете бонус $1. Дальше финансовая помощь в эстафете по 5, 10, 15 долларов, когда ваши партнеры по структуре совершают оказание финансовой помощи. Бонус за подключение услугами бизнес-автомат. Вам нужно хотя бы один раз в жизни купить бизнес-автомат, и ваши партнеры будут покупать бизнес-автомат, вы будете постоянно получать по 10% от суммы покупки каждый раз. А если вы не купите, а ваш партнер купит бизнес-автомат, то вы будете упускать эти 10%. Будет упущенная прибыль, что будет очень обидно. Если ваш партнер создает уникальную ссылку, вы получаете $1 каждый раз за создание новой или продление активности существующей ссылки вашими партнерами. Бонус за использование партнерами лендинг пейдж, тоже получаете 10%. Бонус за участие в совместных рекламных кампаниях, тоже $1. И бонус за публикации партнерами видеоотзывов. Если вы сами отправите видеоотзыв, вам дадут $25. И если ваш партнер записал видеоотзыв и его опубликовали на официальном сайте, то вы получаете бонус за этого партнера, вам начисляется на депозит $3, который вы также можете вывести на свой любой удобный кошелек. Вот такой обзор. На этом я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.